час фінансової кризи в Україні, наче гриби після дощу, почали з'являтися різноманітні контори, які обіцяють за лічені години зробити нас багатшими, а отже й щасливішими. Нам обіцяють десятки, а то й сотні тисяч гривень без передплати і довідок про доходи. Враховуючи юридичну та фінансову неграмотність більшості людей, багатіють одиниці – ті, хто нас дурить. Про законний обман або ж просто кредитні шахрайства дивіться далі у програмі. Минулого року псевдокредитна компанія видурила у жительки Миколаєва 2000 гривень в обмін на обіцянку швидкої позики. У газеті оголошень пані Оксана знайшла фірму з гучною назвою «Міжнародна фінансова компанія», де їй без проблем погодили необхідну суму – 20 тисяч. Але за однієї умови – перш ніж отримати гривні, жінці необхідно було сплатити внесок – 10% від суми позики. С этой квитанцией, чеком я подошла к ним. Мы заключили договор. Вот. Девушка мне сказала, что деньги мне на счет поступят в течение часа. Втім, до вечора обіцяних грошей жінка так і не дочекалась. Наступного дня кредитори теж нічого не перерахували. Приехала к ним в офис и, попросив объяснение, услышала грубый ответ. Вот. Чтобы я обращалась в Киев в письменном виде. Вот. І как бы сьогодні 2 июня, ну ніяких денег я не дождалась. Причина появления этих организаций и невнимательности наших граждан заключается просто в том, что дальнейшая, с одной стороны, криминализация нашего общества, связанная с падением экономических показателей и нашей покупательной способности, влечет за собой появление у определенного слоя людей, с одной стороны, желание нажиться, невероятное желание, и мошенничество и на кредитах, и на инвестициях, и на интернет-покупках, и на разводы по телефону сегодня активизировано со страшной силой. А с другой стороны, это просто тотальная финансовая безграмотность человека и вера в так называемую шару. Ну или вот с детских сказок, мы помним, в чудо. Что вот ты открыл ящичек, а там, значит, какое-то чудо лежит, оно сделает тебя моментально, ну если не богатым, то сегодня твой вопрос закроет. Ты будешь сегодня сытый, ты будешь сегодня довольный, а что будет завтра, а будет следующее чудо. Ми вирішили проекспериментувати і розібратися, де і на чому нас дурять. Вирушаємо до тієї ж фінансової компанії. Міжнародної інвестиційної компанії за цією адресою вже давно не існує. Але в сусідніх магазинах залюбки роздають нові рекламки фінансової компанії, де ви можете взяти швидко і за низькими відсотками кредит – гроші вашої мрії. Якщо уважно подивитись на рекламний флаєр, виникає відчуття, що нами вже маніпулюють. Обращайте внимание, что есть контрастные цвета. Кроме того, два слова-цеплялки – это слова «деньги» и слова «мечты». Дело в том, что слово «мечты» относится к архетипу, к которому, ну, про людей, если говорить, архетип «принц» или архетип «дитя». Это самый наивный архетип, который не любит достигать своих целей прям достижениями. Он хочет все сейчас, быстро. Вот это слово направлено на детей, на архетип «дитя». Это не значит, что ребенку, там, ему может быть и 30, и 40 лет, но это архетип такого незрелого человека. Опять же, большие цифры, которые, я подозреваю, что это не те суммы, которые человек в итоге будет платить, но это суммы достаточно завлеченные. Казалось бы, 20 тысяч дают, и я всего 171 гривну в месяц плачу. Такая достаточно интересная манипуляция. Тут всякие полезности, которые гарантируют, что человек не выкинет эту бумажечку сразу, а скорее всего будет использовать для того, чтобы хотя бы сохранить календарь праздников или использовать как календарик. И каждый раз, когда он будет доставать в каком-нибудь полутрансовом состоянии, расслабленным после работы, смотреть туда, он будет снова и снова читать эти внушения. А тут, как вы видите, есть хорошие, качественные внушения. Але пересічна людина навряд чи зверне увагу на такі тонкощі. Телефонуємо за вказаними у флаєрі номерами. Вдаємо, що нам терміново потрібні гроші. Мене цікавить 20 тисяч. Смотрите, видаємо на год, на 3, на 5, на 8, 10 і 15. А менше, ніж на год? Смотрите, саме менше на год і з правом на дострочне погашення. Если брать 20 на год, ежемесячный платеж составит 1800 гривен. Это под сколько процентов у вас получается? Это 8%. 8% годовых? Да.
Оце так диво. Як не спокуситись на такі умови? Ніяких поручителів та довідок про доходи, тільки паспорт і код. Декілька годин і умріяна сума буде в кишені. Але голос телефону зазначає, на прийом потрібно записатись. Погоджуємось. Мабуть, фірма солідна. Хоча час призначали ми самі. Якщо 20 тисяч сроком на 5 років, ежемесячний платеж составить 383 гривні. Це от тема кредиту, то, що ежемесячно погашається, 50 гривень – це ежемесячна переплата. Ознайомитись з договором можна лише в офісі. Взяти примірники з собою не дозволяють, а там 10 сторінок друкованого тексту. Щойно ми примостились, аби почитати договір, як працівниці активно, в унісон, почали спілкуватись по телефону, начебто з бажаючими отримати кредит. Скажите, там номер паспорта у вас? Кем выдан? 5-го чего? Кем выдан? 5-го какого месяца? Последние 4 цифры. И ваши идентификационные. Справляють враження, дають зрозуміти, бажаючих багато. Що здивувало? Нам призначили зустріч, а тут дані записують по телефону. Подаємо заявку і ми. И мы получаем деньги на руки в кассе где-то? Нет, нас на руки не выдают. У нас делается перевод на личную карточку клиента. У вас есть какая-нибудь карта? Ну, зарплатная. Ну, вот на зарплатную делается перевод денег, если у вас пришел положительный ответ. Еще раз скажите, сколько процентов годовых меня интересует? Ну, если, смотрите, если на один год, то 8% годовых. Если на 5 лет, то 3% годовых. Это по-разному, зависит, какой срок. Оплатить у вас ничего не надо до того, как я получу деньги, или надо? У нас что-то? Платить не нужно. Максимально, что могут затребовать, это такое, как оформление страховки. Но это требует не у всех клиентов. Страхование жизни, это надо в нее страховую компанию будет поехать на просто? Нет, мы если что на месте страхуем. А с какой страховой вы работаете? Проминвест. Это у нас тоже? В Киеве. Проаналізуємо роботу цих двох фінансових організацій. Приватне підприємство – міжнародна інвестиційна компанія, зареєстрована в Києві. У Державному реєстрі юридичних осіб знаходимо за номером ідентифікаційного коду, що вказували у договорах, зареєстрована зовсім інша компанія – «Укрстройінвест». Її засновник і директор – житель Макіївки Донецької області. Уставний фонд підприємства – 100 гривень. Дивимось далі. Приватне підприємство «Трансгазінвест», де намагались взяти позику ми. Зареєстроване в Києві у лютому 2017-го з уставним фондом 100 гривень. Директор фірми і кінцевий бенефіціар теж з Макіївки. Можливо, збіг. Але окрім схожої схеми роботи, перш ніж отримати заплати, ці два підприємства об'єднує одна страхова компанія – «Проминвест», через яку, можливо, і проводились оборудки зі страхування. Через декілька годин позичальники нам зателефонували і повідомили. Київ погодив нашу заявку на позику. Але служба безпеки потребувала від вас такої, як оформлення страховки. Страхова сума для вас составляє 2800. Смотрите, ви одразу підходите к нам, ознакомитесь з договором. Якщо вам все підходить, все вас устраиває, ми вам виписуємо счет на ваше ім'я, на ваш страховий номер договора. Ви приходите в касу любого банка, оплачуєте суму страховки з ваших личних денег, потім возвращаєтесь к нам. Ми робимо ксерокопію квитанції по оплаті, вам остається оригінал, нам ксерокопія. Підписуємо з вами договори, основної страховой, відправляємо всі дані на центральний офіс, і вони роблять вам перевод у сумі 20 тисяч. Страхование на какой период? Мы вас страхуем на 3 месяца. Если вы будете эти 3 месяца оплачивать все нормально, без просрочек, потом эта сумма, которую вы оплачиваете, будет входить в погашение по вашему кредиту. Если же у вас будут просрочки, тогда она уйдет на судебные издержки, на штрафные санкции. В данном случае предлагается сначала оплатить эту сумму, а потом уже ознакомиться и подписать договор, что грубо противоречит действующему законодательству Украины, в том числе закону Украины о защите прав потребителей, который закрепляет о том, что финансовое учреждение либо банк, который предоставляет данный вид услуг, обязан в полном объеме проинформировать потенциального заемщика о всех условиях договора, о стоимости кредита, о скрытой
общепринятых каких-то условиях и так далее. В данном случае на этом этапе уже идет подмена понятий, и, возможно, даже оплатив эти деньги, не зная, за что вы их оплатили, окажется в конечном итоге, что это не страхование, а какие-то оплата каких-то услуг этой фирме за, например, предоставление информационно-консультационных услуг. И оснований для, если возникнут в дальнейшем проблемы в получении кредита, то оснований для того, чтобы эти деньги вернуть, практически у потенциального заемщика, который заплатил эти денежные средства, не будет. Что делать сегодня обыкновенному человеку в ситуации, когда вот он очень хочет срочно денег, и вот ему кажется, что вот он единственный, который получит сейчас столько, сколько ему надо, и ему повезет, его не обманут. Обращайте внимание на следующие вот таких два важных параметра. Первый – цена денег. То есть мы четко знаем, что сегодня в Украине и завтра, и послезавтра цена денег для потребительского кредитования не может быть ниже 30% годовых гривен. Выше может быть, меньше никак. Значит, если тебе предлагают 3, 4 или 7%, или даже 10%, то это не ваша организация. Вы должны поворачиваться и уходить. А второй момент связан с тем, что не бывает кредитов, реальных кредитов, по которым просят сначала заплати, а потом получи. На сьогодні оформити кредит у банку готівкою не так вже й складно. Обов'язкова умова кожної фінустанови – за користування позикою ви маєте сплатити їй обов'язковий відсоток. Ось тут, попереджають експерти, потрібно бути дуже уважним. Что касается банков, они предоставляют кредиты в форме наличных, перечисляют средства на банковскую карту, либо оплачивают определенный товар. Независимо от формы предоставления кредита, необходимо для себя при оформлении кредита помнить и понимать сумму кредита, период погашения, периодичность погашения, процентную ставку. Поскольку одним из принципов кредита является его платность, а мы всегда берем деньги чьи-то, отдаем свои, нужно обязательно смотреть на процентную ставку. Процентная ставка указана какая-то в год, в месяц. Процентная ставка начисляется на основную сумму, на остаток задолженности. Это очень важные моменты, которые нужно обращать внимание уже перед тем, как вы оформляете кредит. Кроме того, период погашения. Вы должны погашать его ежемесячно. Как и минимальный платеж. Минимальный платеж рассчитывается от основной суммы, либо от остатка задолженности. Вот какие штрафные санкции начисляются в том случае, если вы опоздаете с платежом. Это также очень важно. Банк, прежде чем предоставить определенную сумму кредита клиенту, он анализирует его кредитную историю, анализирует его имущество, доходы и так далее. То есть может ли клиент в дальнейшем погасить этот кредит. Вы подумайте, если вы приходите в учреждение, которое предоставляет вам кредит просто по паспорту и по идентификационному коду, то есть который не задумывается о том, что каким же образом вы будете его погашать, то есть можно ли доверять, да, такой организации, которая выдает там деньги, грубо говоря, направо и налево, не анализируя ничего, и сколько вы при этом заплатите, какую сумму. Якщо вам і справді конче необхідна готівка, не варто спокушатись на відсотки нижче за інфляцію. Якщо вам не дають договір на руки, задумайтесь. Якщо просять заплатити наперед, не вірте. У погоні за дешевизною ми завжди втрачаємо більше. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».